Всем привет! У микрофона Веля, и это новая рубрика на канале. За каждую смерть в матчмейкинге я буду покупать целый нож в стендов 2. Ребяточки, значит, смотрите. Идем на рынок. И в порядке возрастания я поставил ножи. И да, за каждую смерть в матчмейкинге я буду покупать нож. То есть там, убили меня там 8 раз. Я куплю все эти ножи. Убьют меня 16 раз. Я буду дальше покупать. Вы просто посмотрите, боже мой, на их цены. Это типа, это косарики, это по косарю голды, нифига себе. Ну что, ребяшки, думаю, что будет очень интересно. Вот если вам нравятся такие рубрики, где я трачу кучу голды, обязательно лайк, подписка на канал с колокольчиком, плюс комментарий. Ну а мы, я думаю, погнали. Перчатки, наклейки, брелки, все это на GG Standoff с 50% скидкой. Выгоднее ты нигде не найдешь. По многочисленным просьбам на GG Standoff можно авторизоваться не только через ВК, но и через Steam и Google почту, чтобы самый лучший дроп был доступен всем. Также GG Standoff славится самым щедрым бесплатным барабаном бонусов, где можно получить ножи и халявные кейсы. А по моему промокоду покрутить барабан бонусов можно целых 2 раза. Заходи и забирай свои ножи и арканы. Здесь это выгодно и очень просто. Советую посетить раздел бонусы, чтобы забрать свою халяву. И не забудь про мой промокод. Используя его, ты можешь увеличить свой баланс. Вперед за ножами и арканами на GG Standoff по ссылке в описании. Итак, первый раунд. Let's go! Мы на карте Раста за сторону террористов. Итак. Ху, ну чуваки, это уже как бы... А это уже серьезный такой челлендж, потому что если вдруг меня сейчас будут убивать, я буду покупать именно ножи! Именно ножи в Standoff 2. То есть если вот, допустим, покупаю оружие, с которого меня убили, там можно там типа купить рарку, там можно купить эпик, там можно купить легендарку, то здесь, ребята, так не прокатит. Надо играть максимально аккуратно, потому что каждый килл — это покупка ножа. Опа, вижу противника. Ай, страшно! Ой-ой-ой, а чё нас так мансуют-то, а? Я обхожу. А! Давай! Нет, меня с ножа убили! Боже мой, да за что? О, боже мой, пойдемте покупать первый нож в первом, блин, раунде. О, как меня убили с ножа в первом раунде с ножа! Боже мой, сколько я ж буду умирать за эту игру! Ну ладно, челлендж есть челлендж. Первый нож, который я покупаю, это Scorpion CA. Купить! Вот это да! Блин, чувствуется, чувствую, что вся моя голда улетит на этот челлендж! Красавчик, красавчик, Ромасик тащит! Да, лучший! Просто лучший! Ромасик, блин, затащил катку! Красавчик, просто лучший! Ё-моё, ты минус 3 сделал, что ли? Ромасик сделал минус 3. За это кучу лайков, потому что, ну, говорю, ё-моё, Рома, киберспортсмен, тупо кибератлет, тупо машина, бибика настоящая, реально. Так, все, второй раунд, погнали. У меня есть теперь АКР, у меня есть фул броня и так далее, погнали. Почему у нас там, два челика? Мужики, а чё это мы там, в ВК стоим? Ну-ка, вы чё, алё? Все, погнали. Нельзя больше умирать. Я купил уже один нож, мне нельзя умирать еще. Потому что там идут дальше ножи намного дороже. Нет, да как ты так убил меня? Второй нож покупать во втором раунде! Ну что, хорошо, все, челлендж есть, пойдем покупать, блин, этот нож. Окей, окей. Второй раунд, вторая смерть, покупаю второй нож. О, флипная фартик, дружище, давай-ка я тебя сейчас куплю, если ты мне дашь мне купить. Да, спасибо большое, подтвердить. Боже мой, вторая смерть за второй раунд. Ну что, что будет дальше, сейчас мы узнаем. Давай. Лучший, боже мой! А я лох! Я лох! Я уже 2 ножа купил, понятно? Я уже 2 ножа купил, боже мой! Сколько я еще буду ножей покупать-то, ё-моё? Че, сейчас третий раунд тоже будет нож, да? Так, все, Веля, соберись, собери себя в руки. Возьми себя в руки, соберись, Вель, все, давай. Ты киберспортсмен или кто? Все, полетели, прострел. Уже минус половина хп. Да ё-моё! Это что, третий килл? Ха-ха-ха! Блин, Веля тратит кучу голды! А подписчики ставят кучу лайков! Пойдемте покупать еще один нож. Окей, я сегодня максимально невезучий! Третий раунд,
третья смерть. Значит, покупаю третий нож. Это у нас Scorpion Scratch. Погнали покупать его. Подтверди. Да, я знаю, блин, я буду сейчас всю голду тратить на ножи. А я вам как бы скажу, что если вдруг мне голды не хватит, я буду докидывать голду и покупать дальше ножи. Сколько я потрачу голды на сегодня, вы узнаете дальше. Так, по мани-менеджменту у меня все очень плохо. У меня все очень плохо, у меня только дезертыгл. Но счет 1-2, это уже меня радует. У меня, кстати, есть бомба. Прекрасно. Сейчас нужно играть максимально аккуратно. Ну, максимально аккуратно. Ну, мне нельзя больше так умирать, как лау, как лох последний, понимаете? То есть, вылетаю сейчас, хедшотик дам красивый, да? Так, ставлю бомбу, ставлю бомбу, ставлю бомбу, 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 ставлю вперед! Отлично! Отлично, мы сейчас выиграем! Ставлю бомбу, найс, все, 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 есть бомба. Пошел отсчет, пошел великолепный отсчет. Так, 1 в 3 играем. Мне сейчас нужно максимально пасти бомбу. Найс, Ромасик, че у тебя там? 8-1, Ром, 8-1. Ты что, машина, бибика, что ли, какая-то? Биби, тупо вообще, тупо Мерседес какой-то, ё-моё. Все, хорошо, я в этом раунде не умирал, прекрасно, я беру акусик, и мы погнали. Текс. Ну, let's go, let's get, молодой! Ха-ха, погнали, хорошо, следующий, вперед! Вперед нападаем со всех сторон! Сюда, 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 давайте! Все, у них money management-а никакого нет, найс! Гадость какая, ты сидишь там! Хорош, хорош! Let's go, все, все, бомбу ставим, нормально, все, full team, прекрасно! Никто у нас не умрет, понятно, потому что я здесь, блин, батя, нормально, вижу! Хорош, лучшие! И снова раунд за нами! Прекрасно, прекрасно. Я уж на секунду подумал, что меня точно убьют сейчас. Так, все, погнали, let's go. 1-4, выигрываем тупая эту катку по красоте. Let's go. О! Это было опасно! А психов... Найс, даблкил! О, хорошо! Так, все, жопа горит, полетели! Полетели, так! Булочки, булочки жали, чтобы никто тут в булочки не прыгнул. Сюда, родной! Хорош! Найс, 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 1-5, все, есть победа! Изи победа! Найс, прекрасно! О, я ж думал всю голду потащу свою, ха-ха-ха! Let's go, let's get it! Так, видел, видел? Запахло, запахло вонючкой, запахло! Да-да-да, что-то воняет! Так, это, видимо, противник где-то здесь, ага, ну вот, все, увидел его! Найс! Хорош, все, влетаем, 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 влетаю! На! Я думал, сейчас пойду нож покупать. Все, Аня, бери себя в руки, погнали, let's go, следующий раунд. Итак. Уа, да ты что вылетаешь, так страшно-то, а? Ля какой страшный, а, ля какой страшный. Ну кто меня господи, физика, забрал. Забрал! Это вообще изи катка! Боже мой, ну собрались киберспортсмены, собрались бить лицо противникам! Итак, последний раунд первой половины матча, let's go. Сейчас я точно, блин, сейчас возьму, сейчас я сделаю эйс, понятно, мужики, погнали, все, как бы я готов! Да где ты? Нет! По мне! Friendly fire, огонь по своим! О! Забрал! Боже мой! Чё дал? Чё дал за это кучу лайков? Прям 100 миллиардов лайков ставим! Страшно! Его маленькие ножки топают. Хорош! Еще второй здесь. Я знаю, он здесь есть. Оля! А нет, нет, все нет, нас обманули. Это был обманный маневр. Ты че пухаешь, дядя? У меня чуть сердце не стало. Нет, ну 98, куда? Пойдемте покупать мой четвертый нож. А мы еще всрали? Окей, на пистолетке умереть вообще как-то, ну, не стрёмно, поэтому погнали покупать четвертый нож. Это у нас G-команда Ancent. Let's go, let's get. Прямо сейчас покупать. Так, ну все. Осталось два
раунда выиграть. Что я буду дальше покупать из ножей, узнаем дальше. Так, ну короче, мы встраивали пистолет, теперь мы без манек. Теперь у меня есть 5-7, но зато я фул броне, шикарно. Все, мы не будем сейчас вылезать, так сказать, на рожон, будем сейчас аккуратнее играть. Так, ну это А, по-моему. Да, это А, это А. Это А, точно это А. Нет! Да! Все, полетели, спецназ! Работает спецназ! Забрал, найс! А кусик у меня? Бомба уходит, пусть уходит, господи, пусть уходит на все 4 стороны, ё-мо. Я не умер, я вообще пушкой играю. Хорош! Сейчас будет последний раунд. 19-4! О, да! Кто здесь киберспортсмен? Я! Итак, ну, я надеюсь, это будет последний раунд, где я не умру еще при этом. Вот, поэтому погнали на А-плен. Сейчас здесь будут все выходить, да, как бы нас забирать. Ой, ё-моё, с мида забрали уже парня. Еее, баба у меня! Бабабуй у меня! Найс! Бабабуй у меня! Бабабуй! Во, бабабуй, тупо! Да все, забираем последнего, забираем, let's go! Чего вы сыкуете-то? Полетели, правда? Машина, танк! А! Хорош, красавчик! Победа, ребята! Со счетом 21-4! Уу! 4 ножа купил, балдежно! Не забудьте лайк, подписка, колокольчиком, комментарий! И больше лайков, если хотите продолжение таких интересных челленджей. У микрофона был Веля, со мной сегодня был еще Рома Гриз, это более 22 очка. Кайф! Всем удачи! Пока, ребята!